есть конторы разные, есть удовольствие. Одно. Одно настоящее удовольствие. Да какое это удовольствие? И без него жить-то никак-то не получается в природе своей. Потому что с чем мы сталкиваемся? Электричество – одна часть. Но мы без электричества раньше жили. Было такое, событийность-то. Но всегда и всюду человек не может существовать без воды, естественно. Вода как к вам приходит домой? Через трубопровод. Через трубопровод что идет дальше? Краны. Мы не будем говорить об остальных вещах, но когда мы говорим о сантехнике, то лучшая и качественная, и замечательная сантехника в городе Магнитогорске, она работает в одной конторе. Что это за контора? Вы это сможете посмотреть. Внимательно, контора под названием «Водомер». Теперь возникает вариант большого, не просто это огромное количество торговых центров, которые располагаются на улице Завинягина. То есть улица Завинягина, по сути событий, она небольшая, естественно, ну, грубо говоря, ориентировочная. Ну, метров, наверное, 500-700, не более того, как. И здесь очень много магазинов. То есть это, будем считать, самый центр города, где есть все от и до. И в этом центре города, в котором есть все от и до, даже невзирая на цену аренды, «Водомер» вам предлагает сантехнику по лучшей цене, практически по оптовой, да еще и скидки здесь есть. Как сюда зайти? То бишь, ну, чтобы никуда не бегали, не прыгали вообще, тут надо понимать, о чем идет речь. Можно бегать и искать, но давайте все-таки определимся, где мы находимся. Это торговый центр «Мост», вторая часть, с выходом на юг. О! Прям перед нами скоро город закончится. Ну, он будет продолжаться, естественно. То есть на юг. Прям передо мной гостиный двор. Видите, сантехника, водомер. Вот сюда мы и заходим. У меня один вопрос. И он наверняка нужен вам. Как в местах жесткой конкуренции работать на ваше и на свое благо? Так вот, либо это микичи с ебуршцами и селебешниками, кои думают, что круче них нет. Нет. Либо тот магнитогорец, который позволяет и уменьшает наценку в пределах Волга-Урала-Сибирского региона. Так вот, именно это подразделение в «Мосту» с выходом на гостиный двор. Где конкретно? В очуменном цоколе с огромным выбором товаров и на полках, и в складе. Конечно, надо проходить. То есть, куда мы сейчас появляемся и куда мы заходим? В свое-то время мне так хотелось, мне реально хотелось, чтобы люди ездили на велосипедах. Я лично езжу на велосипеде, и обратите внимание, какой я интересный, подтянутый парняк. Но у нас все немножко сложности. У нас приезжают товарищи, думают, что они самые крутые, а оказывается, лохи. Это их не проблема. Я не буду ничего про них говорить. То есть мы говорим, куда приехал водомер. Куда приехал водомер? То есть вы заходите, значок видели, да? Надо немножко направо. И там, где столовая по-домашнему, она находится в цокольном помещении. И как раз внизу здесь в свое время продавались велосипеды, мотоциклы и все остальное. То, чего вы никогда не видели и, может быть, не увидите в природе своей. Заходите, пожалуйста, не проблема. Видите, как это хорошо, когда здесь народ занимается. Теперь мне надо сделать так, чтобы вы вниз опустились. И как бы вам сказать, вы просто при мыслях про водопровод, теплую, холодную воду и все остальные штучки, я имею в виду краны, даже думать забудьте. Вы идите туда, где есть водомер. И именно поэтому немножко вот туда опускаетесь и прямо туда и приходите. И вот это лучшее удовольствие, нужное для вас, естественно. Длинная панорама – лучший результат. Самое главное, самое забавное кроется в ценниках. Вы можете не торопиться, и вам это необходимо увидеть. Это несложно. Парковка рядом. Тут весь цикл маршруток, трамваев, автобусов. И в доступности прямо тут.
Зайдите, посмотрите, оцените и вернитесь. Когда нам говорят про цены, я скажу, во-первых, цены, как всегда, от Водомера. Они как бы не блистают сложностями и в голове, и вообще в природе своей. Потому что очень большой ассортимент на складе, а здесь все есть. Тут немножко, а там огромный склад большой. То есть вот то, что, где все это дело продавалось, где продавался мотоциклы и велосипеды, это все здесь, это есть все. И когда мы говорим о ценниках, даже на электронагреватели, то как бы, ну, мы не будем говорить, что они какие-то бешеных центов стоят. Нет, абсолютно нормальные ровные ценники. То есть, в принципе, давайте определимся. Если вы думаете о каких-то других вещах, что бешеность, вот это все не здесь, не здесь. Здесь нормальные, качественные, грамотные цены. И в некоторых случаях, если вы покупаете и делаете это дело постоянно, вам еще и скидку здесь дадут. Вот так вот. А чем мое телевидение вкуснее? Вот вам ценники. Вот вам результат. Это только мизерное количество, но сколько всего и столько нет нигде. Контора очень крутая, очень-очень. Она в работе и не один десяток лет. Я понимаю, о чем идет речь. Я понимаю, что вы хотите также деньги-то заработать, но получится ли у вас в том количестве это сделать? Потому что Водомер, у него смысл такой. Он должен сделать так, чтобы и проблемы с отоплением, и проблемы с холодной водой у вас просто исчезли. И это не первый год, не второй, не третий, даже не 10 лет, может быть уже и 15, а может быть чуть дольше лет работы. Они этим делом занимаются. В отличие от других, я вам серьезно объясняю, что человек занялся, человек работает. Он очень крутой специалист, даже вопросов нет. Построил себе отдельный крутой склад. Да. Там просто все изумительно. И он позволяет себе дать вам полный комплект. Полный комплект удовольствия. Все, что нужно. Горячее, холодное, трубопроводы, пластиковые, отдельные штучки, нагреватели, штучки для того, чтобы вода работала красиво и ровно. Вот эти. Они все здесь есть. Не надо никуда бегать, думать и о чем-то соображать. Где написано сантехника и написано Водомер, вот туда вам и дорога. Потому что, как бы сказать, ну все есть, от и до. Если говорить про все, то все есть в сантехнике. Любые батареи, любые пластиковые трубы, от и до. Принцип один, ехать не надо. Зачем, когда есть мост? Опуститесь в цоколь, и вам будет то, что нужно. Клево, да? Клево. И, как всегда, недорого. Клево и недорого. Об этом можно говорить постоянно, поверьте мне. Но небольшой другой вариант вопроса в моем лице. Давайте все-таки определимся. Вот если честно, да, то человек стал сантехником. И он этим сантехником где научился? Ну, наверняка это штука под названием какой-то там колледж. Потому что вряд ли сантехника будут готовить в высшем учебном заведении. И как вам сказать, ну, я тоже стал сантехником, да? То есть я много чего в этой жизни умею. Ну, примерно 35 профессий я бы еще бы это бы сделал. То бишь, если вы не будете мозги свои включать, вы будете в плохом состоянии, поверьте мне. Лучше всего этому научиться делать красиво. Вот так вот. Что касаемо сегодня и сейчас. У меня мама очень просит отремонтировать ей унитаз. Следующий свой заход и в следующем своем месте, где я буду что-то брать, я приеду только в магазин под названием «Сантехника» от компании «Водомер». Потому что, есть просто. Просто все. И это просто все. И даже мы не будем говорить. Мы не будем говорить, что где-то возникают проблемы с арендой. Потому что точек очень много.
А когда точек очень много, то мы вам даем вариант простой. Вы можете купить то, что вам нужно, по адекватной цене. Потому что, как бы объяснить, если эта штука, и она вам показывает местечко под названием сантехника, там еще водомер нужно присутствовать, вы должны понимать, что в этих местах никто ценники крутить в бешеную не будет. Это все работает именно для вас. И мы вам еще раз говорим, куда необходимо вам прийти. Это называется центр, торговый центр. Ну, да, наверное, самый крутой торговый центр, потому что здесь люди еще и кушают, здесь люди отдыхают, не просто приходят куда-то за дополнительными вещами. Здесь есть все от и до. В принципе, здесь и одежда есть. И в этом крутом центре, который располагается на улице Завинягина, пересечение получается, ну, будем говорить, что самое лучшее, это вот, да, она вся улица Завинягина, это, она небольшая, кстати. И все здесь есть для вас. В мост заходите, во второе подразделение, да, со стороны гостиного двора. Ну, зайти-то можно, я вам показываю, сложностей нет никаких. И вы сюда зайдете, поймите, вам это нужно. Если вы это дело не поймете, это будет сложность. Я не говорю вам про сложности, то я говорю, как это все делается легко и просто. Зайдите и посмотрите. Если вы зайдете и посмотрите, а потом к другим обратитесь, я вам думаю, мне так лично кажется, что гораздо проще работать именно с этой конторой. Как вас убедить? А никак. Вы же, может быть, умнее, чем я. Я далеко не топ. Не надо навязывать свое мнение. Я считаю это лишним. Но не лишним будет ваше мнение. Ваше мнение – цено для этого магазина сантехники. Что вам необходимо? Да, в принципе, это центрейское место. Цена 30 рублей. Ну, плюс 30 до дома. Вы попробуйте, это несложно. А уж потом поделитесь мнением и ценой с продавцом. А может так случиться, что сантехника от водомера будет вашей? Конечно, тема весьма интересная. Тема не то, что интересная. Я неоднократно это показывал вам, но сегодня и сейчас вы должны понять, что если контора, а это просто уникальное предприятие, которое вам позволяет использовать всю свою честь для работы с горячей, холодной водой, и плюс остальные вещи весьма интересные, и работает она максимально долго, я вам ничего не буду говорить, просто я не буду говорить ничего, но я знаю то, что дешевле, чем у них, ничего не получается. То есть таких контор немного, естественно. Будем говорить о смысле жизни. Так вот, смысл жизни говорит, что вариант водомера более интересен. Более интересен тем, чем они занимаются. Если вы внимательно посмотрите, я с водомером, ну, грубо говоря, уже, наверное, лет так... Сейчас скажу, сколько, если уже... Да, более 12 лет я вместе с ним нахожусь, понимаете? Они работают, развиваются и делают. А где идет развитие, мы будем о чем говорить, там самые качественные, изумительные цены. И эти изумительные цены находятся прямо за моей спиной. Чтобы было понятно, да, где я нахожусь. То есть это получается Завинягина. От меня до светофора, ну, метров 50, может быть 70. Тот самый большой светофор Завинягина Карла Маркса. Напротив меня прямо расположен гостиный двор. Прямо. Чуть-чуть по диагонали другая часть. Да. Вы сюда можете прийти и понимать, и вкушать. Это удовольствие. Вы покупаете все, и это реально стоит недорого.